На фоне регулярных обстрелов украинской столицы в Киеве до утра четверга введен комендантский час. Люди могут покидать свои дома лишь для того, чтобы перебраться в убежище. Накануне, по информации украинских властей, авиаудары были нанесены по многоэтажкам в Святошинском и Подольском районах. Сообщается о разрушении фасада метро станции Лукьяновская. Николай приехал в Киев из Чернигова. Мы приехали из Чернигова, там гораздо хуже, чем тут. Вот тут... Это не Чернигов, который стирает с лица земли. Его стирает с лица земли. Бомбы жилые кварталы. Специально, целенаправленно бомбят жилые дома, понимаете? Накануне при обстреле под Киевом погибли фотожурналист и оператор Fox News Пьер Закревский, украинская журналистка Александра Кувшинова, еще один корреспондент тяжело ранен. А из осажденного Мариуполя тем временем удалось вывести 20 тысяч человек. Город регулярно обстреливается. Представители гуманитарных организаций пытаются наладить доставку медикаментов и продуктов в пострадавшие районы Украины. Сепаратисты и самопровозглашенные ЛНР сообщают, что за минувшие сутки их территория свыше десятка раз обстреливалась с украинской стороны. Есть раненые. Сегодня ожидается обращение президента Владимира Зеленского по видеосвязи к Конгрессу США. Сегодня же возобновятся российско-украинские переговоры. Стороны ранее сообщили, что видят возможности для компромисса.